Osta Касім'я, най-най-най, Оста Касім'я. Батьківські поради. Міцне здоров'я – це справжнісінький скарб. Ніхто не любить хворіти, тим більше, коли йдеться про дітей. А як же запобігти хвороби та здобути міцний імунітет? Загартовування неабияк зміцнює здоров'я і надає дуже міцний імунітет. А як загартовувати дитину? З якого віку можна починати загартовувати дитину та як правильно це робити, поговоримо сьогодні. Я мама троїх дітей, і от коли у мене народився найстарший ребенок, спочатку я как-то його хотіла все время укутати, щоб йому було тепленько. И как-то в роддоме хоть и говорили, предупреждали, что их перегревать не надо. Но у нас так подскочила температура, было так 37,5. После этого я уже решила, что, наверное, действительно кутать его уже не надо. Ну, начала уже литературку подсчитывать, как же лучше ребенку будет. И мне очень понравился и доктор Комаровский, который говорит, что надо переходить на образ жизни, закаливание. Что это не единичные такие вот разовые акции, что надо раз облил водичкой холодной, а постоянно. Что это ножки должны быть босиком ходить. Как-то мы уже сразу тогда начали, сняли с него. Сразу он в бодике с коротким рукавом. И шапочки тоже не надо в квартире, как оказалось. Ну и мы дальше уже начали меньше кутать, постоянно держать, стараться так, окошко открыто. Если уже зима, то мы открываем на зимнее проветривание. Закалять Карину я начала, можно сказать, с рождения. Уже даже будучи после родов в палате, я ее раздевала где-то на минутку, на две. Я ее вот на момент, когда меняла подгузники, она у меня лежала голышом. Родились мы вот в декабре. Придя домой, мы также продолжали после купания, ежедневные купания у нас. И также со старшей дочкой, так я нагревала комнату, чтобы было тепло. Здесь нет, мы проветривали комнату. И на момент, когда пока я снова ее переодевала, у нас доходило уже даже до 10 минут, она лежала просто голенькая себе и получала воздушные ванны. Летом у нас, это мы уже в полгодика поехали на море. Даже при температуре воды, когда не каждый взрослый мог войти в воду, она довольно хорошо купалась. И многие дети, когда их вводишь в воду, они плакали. Она плакала, когда ее доставала с воды. То есть у нас вот этот момент закалки у нас идет с самого рождения, с роддома. Закалкой мы занимаемся и уже довольно, ну, более 2 лет. Пришли мы к тому, что она сама по себе не любит горячую воду, она больше склонна к прохладной воде. И поэтому, когда мы ее еще во время купания набирали воду, старались, набирая воду, мы уже ее изначально делали немножечко прохладнее, чем как обычно. И она, наложили ей туда игрушки, и она находилась там до того времени, пока вода становилась уже практически комнатной температуры. Так несколько раз. Затем мы каждый раз все время водичку прохладнее и прохладнее. Сейчас она сама просит водичку более-менее набираем. Она говорит, нет, мне горячее, мне немножко холодней. Еще с ножек начинали, как и все, собственно говоря, начинали сначала ножки. На море не боится она заходить в холодную воду, даже если температура для кого-то кажется окружающих вроде бы как прохладная, она с радостью бегит. Вот именно потому, что это не за один раз, а именно постепенно мы пришли к тому, что она может вполне сейчас облиться даже холодненьким душем, при этом не визжать, не кричать, ну как бы ей нравится. Ребеночка закаляем постепенно. Я уже сказал, после купания сначала водичкой, которая прохладнее, чем та, которая его купали. Потихоньку еще прохладнее. И так можно довести до состояния, когда можно вообще холодной водичкой ему обмывать ножки. По срокам. Обычно это происходит месяц, два, три. Опять же, надо смотреть, как ребеночек реагирует. Сильно холодная вода, он может расплакаться. Слабая холодная вода, ну, меньше пользы.
О том, что от закаливания есть польза, ну, это уже давным-давно известно, все об этом знают. Защитные реакции организма, Ну, закаливание – это хорошо. Я не побоялась начинать это делать зимой. Но если родители некоторые могут побояться этого момента, можно отложить до лета, это уже будет полгодика ребенку, и снова же начинать с водных процедур. Очень полезно также ходить ножками, босыми ножками, чтобы малышка ходила по камушкам, по песочку, по травке. Даже вплоть до того, что мы когда были на даче летом, роса выпадала, там либо после дождика, я ее, будучи еще маленькой, она еще не сидела у нас. Я выносила на росу, и ножками мы собирали росу. То есть в любом случае лишним для детского организма это не будет. Я считаю, да, что это образ жизни, что все-таки даже выходя на улицу, их сильно кутать не стоит. То есть учитывая то, что насколько они подвижны, если лишнюю какой-то слой одежды оденешь, они сразу же будут мокрой. Поэтому мы всегда ориентируемся на температуру воздуха и стараемся поменьше одеваться. Я иногда себя теплее одеваю, нежели детей, но они при этом не мерзнут. Я считаю, что это действительно весьма так положительно сказывается. Вот у нас недавно только мы с Даринкой попали ко врачу, и врач сильно удивился: а вы что, раньше не принимали антибиотики? Я говорю: ну как бы нет, у нас еще не было антибиотиков. Это нам первый раз выписали, там с ушками у нас были проблемы. Так, я считаю, до 4 лет без антибиотиков это же тоже весьма так неплохо мы продержались. Конечно, сопли – это постоянная наша история. Ну, в принципе, я считаю, что у них организм достаточно, иммунитет работает, закаленный организм. В бассейн она ходит с родителями по выходным. Не регулярно, но время от времени ходит. И вот еще такие моменты, как море. Мы стараемся максимально быть на море. То есть немножко в начале лета, немножко в конце лета, когда вода еще только начинает прогреваться, и когда уже вот сейчас в августе как бы уже тоже сходит, начинает. Ну так, если на даче, тоже стараемся. Там она любит очень, если в игровой форме, поливку какую-то делать, поливать, купать своих кукол. В то же время поливает их, и потом я говорю: покажи, как надо. Она показывает, как надо, куклам показывает, очень любит показывать. На ночь нежелательно холодной водой обливаться, потому что все-таки организм будет возбуждаться и потом, ну, может быть, не совсем крепко спать. А утром для того, чтобы проснуться, для того, чтобы пока организм выспанный, комфортное состояние, можно принимать даже холодный душ. Опять же, по самочувствию. Прохладный, прохладнее, еще прохладнее, холодный. Значит, первое, да, начинать надо с 3, кто с 3, кто с 5, до 7 минут. И каждый раз добавляя, смотреть по ребенку, в принципе. Не каждый ребенок, кто-то может сразу и 5 минут, кто-то 7 минут, а кто-то и 10 минут не вытащишь. Просто хочу еще и все. Вот хочу еще плавать и все. Добавь мне больше игрушечек в ванну, я еще буду плавать. Поэтому, ну, изначально, конечно же, с 5 минут. Я считаю, что всем родителям стоит закалять детей. Начинать надо сразу с рождения. Вот. Сразу с рождения, в принципе, в роддоме все рекомендуют снять шапочку. Она не нужна, эта тоненькая шапочка в помещении, так как там и так достаточно тепло. И придерживаться тоненьких одежек натуральных. И этого достаточно для начала. Дальше уже, когда подрастает, хотя есть у меня знакомые, которые сразу с рождения отдают их холодной водой, и ребеночек себя прекрасно чувствует, даже смеется. Не знаю, на первых этапах, возможно, поплакал, но, в принципе, сейчас смеется ребеночек и очень счастлив от этого. Начинать сразу и поэтапно, я думаю, литературы масса, почитать можно всегда. И главное – это не бояться. Главное – это не слушать, может быть, старшее поколение, которое все-таки боится этого. Вот. А сразу вот так потихонечку с
сами, конечно, тоже должны придерживаться этого, так как если себя будешь кутать, а ребеночка полегче, вот, или будешь обдавать холодной водой, а себя нет, то тоже не получится так. Потому что дети смотрят и все повторяют за родителями. Им хочется быть такими же совершенно. Поэтому я советую мамочкам, которые только начинают, потому что, говорю, я когда начинала, стала мамочкой первый раз в 25 лет, соответственно, это все я училась. Сейчас уже более опыта есть, и смотришь на некоторые вещи совершенно по-другому. То есть нет уже тех укутываний, нет больших переживаний. То есть ты понимаешь, уже ошибки предыдущие уже исправляются. Поэтому я бы всем советовала начинать закалку своих малышей. Виявляється, можна загартовувати дитину з перших місяців від життя. Головне – робити це поступово і дуже важливо підготуватись до цього інформаційно. Почитайте літературу, порадьтесь з кількома спеціалістами, дізнайтесь в інших батьків, які практикують загартовування в родині, як у них це відбувається. Практикуйте здоровий образ життя і будьте здорові!